На пути к заветной мечте – голубому берету. Как правильно укладывать парашют, прыгать с самолета и приземляться. Военнослужащие десантного подразделения готовятся к прыжкам, но прежде чем подняться в небо, необходимо все изучить на земле. Как правильно укладывать парашют, прыгать с самолета и приземляться? В специально оборудованном городке опытные инструкторы следят за тем, чтобы будущие десантники все элементы воздушно-десантной подготовки отработали до автоматизма. Каждого бойца готовят ко всем возможным экстремальным ситуациям. Офицеры, которые будут оценены не ниже хорошо, будет представлено название инструктора парашютно-десантной подготовки, который потом в последующем состоянии сам организовать, проводить и провести занятия по воздушно-десантной подготовки, а также в организации и проведении практических учебно-тренировочных прыжков. Рядовой Михаил Мельниченко. За плечами у него уже 5 прыжков. Рассказывает, первые 4 он сделал в 15 лет. Небо его тогда покорило. Именно поэтому пошел служить в десантное подразделение. На занятиях мы самое первое изучали тактико-технические характеристики запасных основных парашютов. Выучили, запомнили их. Это очень пригодится для дальнейшего прыжка. В этот раз зачеты по наземной парашютно-десантной подготовке сдали 42 человека. Сейчас солдатам осталось пройти медицинскую комиссию. Если к состоянию здоровья у врачей замечаний не будет, то до заветного голубого берета ребятам останется совсем немного.